Ну, конкурс идет со вторника, открытие было в понедельник. Со вторника начались, ну, скажем так, активные мероприятия, в которых приняли участие педагоги. Это мастер-классы, это открытые мероприятия. И сегодня, сейчас будет проходить пресс-конференция для педагогов, то есть где они должны будут в соответствии с поставленной темой отвечать на вопросы. И тема пресс-конференции посвящена Году культурного наследия народов России. И вот в рамках этой темы будет идти, ну, скажем так, дискуссия между ведущим и между педагогами. 30-й конкурс педагога года на территории города Магадана. По участникам, ну, наверное, здесь особо отличия нет. Все жизнерадостные, все очень опытные, молодые и стремятся к победе.